Как привлечь в регион новых инвесторов? За последнее время Крым сделал значительный шаг вперед по пути развития в этой сфере. Проектов предлагают множество. Парламентариям остается проголосовать за самый успешный для закрепления позиций полуострова. Темы малого и среднего предпринимательства обсуждали на заседании Совета по инвестиционному климату. Побывали там и наши журналисты. Удобная площадка, хорошая инфраструктура и обеспеченность ресурсами – вот, пожалуй, основные моменты, на которые обращают внимание предприниматели, когда хотят начать бизнес. Все ингредиенты успешной работы для них есть на полуострове. Остается только добиться одобрения властей. Предложений много, но мы выбираем те, которые приоритетны, те, которые действительно финансово емкие, и те, которые действительно позволят позволит наше социально-экономическое развитие Крыма все-таки поставить на новую ступеньку, а не просто там медленно брести. Инвесторами предложены выгодные для полуострова проекты, среди которых реконструкция санатория для детей, закладка сада грецкого ореха, строительство спортивно-оздоровительного комплекса, а также переработка отходов камнепиления. При разработке проекта, естественно, мы учитывали, но прежде всего это природоохранное значение, это повышение эффективности использования месторождений полезных ископаемых. Уже выработан принцип единого окна, чтобы предприниматели не тратили время на преодоление административных барьеров. Для этого городские власти вносят изменения в регламенты. И не зря показатели деловой активности за последнее время улучшились. Дополнительное бюджетное поступление, социально-экономическое развитие, дополнительные рабочие места. Вот вы слышали, что в Судаке, в село Грушевка, как бы жители очень хотели бы, чтобы этот проект по выращиванию ореха состоялся, потому что люди не имеют работы. Много перспектив открыл статус свободной экономической зоны. Желающих вложить средства в полуостров становится все больше. Проекты изложены и одобрены, а это значит, теперь крымчане их увидят не только на бумаге. Александр Тегнередно, Дарья Каширина, «Время новостей».